К этой части центрального района у мэра осталось немало нареканий. В первую очередь к санитарному состоянию улицы. Мусор, грязь, а также покосившиеся заборы и облупившаяся краска фасада зданий. Но самая главная проблема – это состояние тротуаров. Там, где они есть, они находятся в полуразрушенном состоянии. Но в других местах пешеходных дорожек вдоль дорог нет вовсе. Дело в том, что предприимчивые жители заняли тротуары своими заборами. Анатолий Пахомов поручил правовому управлению курорта разобраться в вопросе, а управлению дорог отремонтировать пешеходные дорожки там, где это необходимо.